Это мы вот сейчас идем. Да-да-да, ты не пытайся даже бежать с твоим весом. Ты, скорее всего, споткнешься и умрешь. Если, конечно, Никита Буянов не добавил еще такую механику в игру. Было бы забавно. Знаешь, там типа после перелома хромать. Ой, ща бы гранату в лицо прям получить. Я даже на твоей скорости буду идти, наверное. Там чувак впереди. Где? Бежит, бежит, бежит. Вижу, бежит, вижу. Мисс как раз промазал. Ладно, пойдем. Блин, тут все тени напоминают каких-то типов. Я вот... Ну вот это... Блять! Ебать! А, во, нашел. Будет. Ты куда побежал? Да я на него прям. Выходи, вражина. Слышу, ты в кустах. Да, да, вот он в кустиках. Все, готов. Капец, он умный. Он просто из кустов сидит. Короче, нам дальше по дороге, и все. Мы уже вот близко. Только не говорите мне, что это тут снайпер. Внимание, вы находитесь на границе снайперского огня. Ну вот это хуёво. Ну пошли, и попробуем обойти, не знаю. А если рискнуть? Ну, вроде никто не стреляет. Да блять, что я такой уставший, ёбаный стыд. У меня дохуя, у меня и книга, и дневник, блять, и петух золотой, и броня, блять. Это все из-за тяжести петуха. Ну, нам по идее сюда. А! А! Ё-моё! Тут мины! Да, тут знаки, видишь, что минное поле. А, блин. Ну здесь-то не рванет, надеюсь. Ай, ладно, побежали. А они вообще мины, их как-то видно? Нет, они невидимые. Они невидимые. Ты что, мы в Тарков играем? Ты что, хочешь, чтобы ты видел, что тебя убивает? Убивает? Что? Ты что, совсем с ума сошел? Ты что, хочешь в нормальные игры играть? Кстати, карта берег неплохая. Ну, блять, если бы мины были бы видны, была бы неплохой. Будет прикольно. Если мы на киллу первую же секунду столкнемся. Ой, чую сейчас просто-напросто. Мы же заходим на карту, она в этом торговом центре, там 501 ЧВКшник, и рядом с ними еще 100 и 12 диких. 12 диких. И дикие, конечно, нас будут ебать, а не их. Там-рабам, пам-пам. Чё, идею? О. И, а что, иди. Или... Блять, это манекены, ебаный стрит. Касса? Закрыто, ебануться. Закрыто, да. А ну, закрыто, да, я угадаю. Закрыто. Такое ощущение, как будто лута нет. Он есть. Надо просто поискать, да? Вот он. Убил? Я, блять, убил, но мне в ногу. Еще, еще. Ёб твою мать. Отходи, я отхожу. Мне ногу убили. Это кило! Это кило! Это был кило. Да ё-моё. Ну, удачи тебе, ща. А, ну все, пиздец, я его не убил. Он меня убил. Ну да, тогда у него это... У него же там это, забрал, блядь, не забрал. У него забрал, он это, у него ХП повышен. У него РПК. Скачать бесплатно, без регистрации. Бам-барабам. Да, это вот этот рофл, где... Скачать вирусы без Майнкрафта. О, да. Ой, слушай, это труп, блядь. А, блядь, это не труп, это машинка для того, чтобы получить. Я думал, это труп. Вижу, вижу, перебегает. Оба-оба. Я отхожу. Блядь, я сдох. Охуенно. Мне руку выбили. А, того убил, найс. И, допустим, не вижу. А, не слышу. Да ладно. Я думал, это коробка какая-то. Граната на Верочку. О, гранату они... Опа. Не понял. Тут кто-то лутает мои вещи. Ты куда пошел? Все, больше... Больше... Больше не лутаешь. Вот плюс ПВЕ Таркова в том... Никто не контролит выхода. Ну да. Это какой плюс. Меня да. Убивали в большинстве случаев, блять, где выход. Ну да, да, по факту, кстати. Дора нет. Выхода нет. Игры так-то нет. Это все шизофрения, ты лежишь в конвульсиях под пеной, блядь. Все еще в бете. Игры так-то нет. Даже Дота уже скоро выйдет из бета. Уж слишком игроки, блядь, что тогда будет. Я сейчас сдохну, я сдох, я... Нет, я не сдох, я жив. Ну, с богом.
вон он. Мужики, что началось-то? А что началось? Господи, что началось-то? Почему так вас много тут? Да сколько можно, ребята, хватит мне стрелять. Все? Или еще кто-то? Так реально. Все. Да, вот выход. МЧС, найс. Ебать, болты по 30 тысяч, что ли? Вынес. Ничего. Убито. Сейчас смотрим. Убито 15 диких и 2 ясяка. О, уже стреляет справа. И ты помнишь, где тут магазин? Опа, по мне стреляет. О, из магазина. Майна. Справа. Я ЛХП, что ли? Там еще уходи, просто уходи. Ой, сзади! Живешь? Я перематываюсь. У меня какой-то... Как будто босс. О, понял. Понял, там много... Ой, убил одного. Я сейчас тоже умру, походу. Никит, ты сейчас умрешь. Да, ты, да мы с потом умрем. Еще? Да я слышу, да. У меня патронов нету, я не знаю, чем отстреливаться. Вообще нету патронов? Ну нет, есть, типа надо их пополнять. Идет поверху. Не убили. Блять, я только. Я убил их. Пойду сейчас лутать. Можешь, у меня полутать там тоже. Ой, как же он кушает воду. Как же ему ну как пофиг. Я не попал? Как же ему пофиг на урон? Как же этот бот. Как же ему пофиг? Хуй знает, что я в кого бы. Бля, как я жму охуенно. Мне из-за того, что привычка, что отдача большая, я, блядь... Ты его добил? Мне кажется, он еще... Да, я убил. Да, блядь! Сколько у вас, сука? Гандоны, блядь. Дробовик бери. Не ошибешься. Всё. Дробовик там, этого, хотя бы перезарядку... Подожди! Сейчас... Все, упадёшь! Сейчас... Господи, чуть не упал, хорош. Все, беги, вниз, просто вниз, вот прямо беги. Ну было бы ропельно, если бы ты сейчас еще бы упал ко всему. Я бы упал бы, да, и все бы сломался, блядь, все. Жизнь сломался. У меня, блядь, инвентарь, это, блядь, три наушники, блядь. Ебануться. Да. Ты вышел, я вышел. Осталось нам только вдвоем выйти, и все, прямо прозвони. На нахуй. Нож в кармане, блядь. Давай гранату вот вверх и надейся, что она не взорвется, блядь. Не взорвется, да. Реально мгновение подумал, я сейчас упаду, блядь. Особенно вот этого последнего дикого, когда убивал. Это было страшно. Очень.